Всем привет, на канале ПТП, и сегодня мы снимаем этот обзор, обзор на новое обновление. Вот у меня есть вот такие вот рейтики. Я их уже потратила за кадром. Я еще снимаю. Блин, долго там будет. Не спрашивайте, что я делаю. Просто такой подошли характерный. Сейчас вам перемотаю. А мой не грузится, то так долго. Ждем 2 часа. А мой злейте. Конечно, ну, телепортируемся. Сейчас будет игра. Если вам предлагают, то телепортируйтесь. Это игра, чтобы получить больше разведчика. Это вам объясню, что делать. В принципе, написано по-русски. Нифига тут людей, смотрите. Ред зайца, блин. Губа не треснет. Через 20 секунд начинается. Тут песики, которые участвовали в прошлой игре. Тут песик. Вот, кстати, сейчас покажу мне. Вот. Он не райт, не флай, потому что у меня райт и флай в другом месте. Кстати, смотрите, вот это я получила в прошлом обновлении. Это я в прошлом обновлении получила этот подарок. А вот этот вот змея и облачко я в этом получила так. И заходим куда угодно. Блин, тут 12-12 придет сюда. Так. Ставим свой выпад куда угодно. Ну, выбираем какого. Я хочу этого, это мой любимый. И теперь можем выбирать ему одежду. Это что? Хочу это, а это что? Что реально? Я не хочу, хочу лучше череп. Я бантик одеваю. Блин, надеюсь. Так, где мои любимые очки? Сейчас я их одену. Вот мои любимые очки, я всегда одеваю. Теперь мы телепортируемся. Теперь у вас есть 3 голоса, за которые вы хотите отдать. Если вам понравился питомец, тогда вы голосуете за него. Из-за какого-то рында проголосовал за него, так, ага. Бэт. Прикольно. Второе. Так. Очень красиво сейчас. Я не проголосовала, это не помню. А, тут я не проголосовала. Так, тут лев. Тут пудель. Тут кошка. Тут обезьяна, тут я. Короче, проголосуем. Я не успела! Нет, мне дали 1000. А, 400. Мало. Ищем себя, ребят. Не знаю, зачем просто. Ищем. А где? Да. Я больше не могу. Так. И где? Да, походу. Вот так. Блин, я не могу. Так. Вот, подумайте, я вам покажу, как это надо. Вот эти. Вот мы выходим из этого здания. Вот. Сейчас дохну. Ничего. Сюда же такое? Вот до этого не было. Вот сюда, когда я пришел, вот тут там. Я держала, ребят, короче, смотрите. Когда мы выходим, мы появляемся около этого здания. Вот тут вот как раз таки проходит. Это через 3 дня будет разблокировано. Так. Ну, у вас уже через 2 будет, потому что я сейчас снимаю лучше. Вот тут продается разные вещи. Пойдемте, я вам покажу, какие я там уже потратила. Смотрите, что я купила. Вот. Змея, лейку и облачко. Очень мило, мне нравится. Не знаю, зачем я купила это. Просто деньги потратить. Можно было на пятах накопить.
Я ничего не говорю, но ничего. Так, загрузилась. У меня еще здесь пока проблемы. Вот одежда для питомцев. Это вот. Одежда для питомцев. А тут? Непонятно, что у меня не погружается какой-то. Чёрта. Это, ребят, вот воздушные змеи. Это, смотрите, вот первое, это вот такой вот воздушный змей. Второе, это вот такая бабочка. Это я не знаю, что я люблю. Это клетка. Вот я не попала, скорее всего. А, бабонова. И вот еще. И вот тут еще вот это продается. Это еще за реальные деньги. Вот есть пэтик, а тут все, куда иду, я не смотрела, да? Тут. Тут пэтик через 10 дней, что там? А, закрыто? Это через 3 дня там. Ну, вам, наверное, уже будет через 2 дня, потому что я это делаю уже завтра. Так. Потому что сейчас вечер, я снимаю вещь. Ну, как бы, сейчас время 19:08. Я иду. Страшно. Так, ладно, пойдемте. Пойдемте куда-нибудь. Котлетка. Пойдемте, пока выполним желание по этой основной, конечно, просто. Давайте покажу мой дом. Так, сейчас. Покинем дом. Покажу, как он выглядит. Вот так мой уровень дом будет. Так, давайте подскажу, как сделать вечеринку. Ну, хотите. Берем, нажимаем вот сюда. Вот оп, сюда. А, тут, короче, работает только в некоторых домах. Знаете, в каких сейчас покажу? Это работает только в... Сейчас. В, по-моему, этом доме только работает. В этом, который... Где у меня нарисовано? Вот. Pizza Place. Pizza Place. И домики на дерево. Я знаю, что только в этом двоих этих работает. Ладно, лучше домики на дерево. Больше других я не знаю, работает или нет. Не понял. Так, заходим ко мне домой. Тут меня встречает касса. Это комната для животных. Тут кухня. В втором этаже у меня, как у всех, что-то такое. Вот, если она не теплая, вам все равно покажут в гостях. Это вот новое. Я вам, если что, покажу, куда идти. Что такое Петка пьет? Петка, что не пьешь? Пей. Так. Пей, быстрее. Мне надо ребятам показать, куда идти в это место. Теперь есть. Есть ты. Потом спать будешь. Поди, я поэтому не понимаю. Ну что, поделать, я этого хочешь? Как мы делаем? Что здесь? Сколько баксов? 244. Прямо тебе можно посмотреть, сколько баксов. А так, на компе... Кстати, давайте покажу. Видите, как заблокировать дом, чтобы вам никто не зашел? Видите наверху кнопка, кнопки, вот где самая последняя голубая лук, написано нажимаем, и все, вы заблокировали, кто был у вас дома. А как отблокировать, получить нажмите. Все. Так, пойдем, я покажу, куда идти. Чтобы вот сюда. Вот сюда куда идти. Спать хочу. Спать хочу. Глаза. Бля. А глаза не болят? Короче, спать хочу. Тут среди сети есть, где я думаю, их не буду. А у меня только там. Вот. Идем к утренам. Вот, идем. Идем туда. Это специально для этого купила вот круг. И где? Вот тут посмотрим. Вот это. Пиво. Вот это водяная гриля. Короче, на рукаву купила и купила. Тут
специально для этого. Вот сюда идем и все. Поэтому выполняется желание. Я буду пока покупаюсь. На руках не там сейчас плавать на ней. Ладно, ну! Пусть на меня все смотрят. Блин, надеюсь, подождите, желание сколько там? Блин, даже не все, ладно, телепортируемся. Потом желание выполнилось. После этого. И нафига я телепортировалась тут на улице? Ой, на трейд кинули. Не ожидала. А я даже не знаю, что мне трейдить. Давай трейдим. Почему-то моего пэта. Ну ладно, какая разница. Хочу потом другого пэта поставить. Или летучую ножку я поставлю. Вот коала. Коала. И в смысле меня сразу телепортировали. Так, я могу поставить его. Так, ребят, у нас не коала. Не, коалу хочу. Коалу. Коалу. Так, чтобы ее одеть. Элегантный. Вот тут, кстати, написана тема. Элегантный повседневный скин. Ой, получается, я надену шапочку. Шапочку быстрее. О. Готово. В принципе, все. 3, 2, 1. Все. Так. Телепортирует. Так, теперь 3 голоса дают. За кого бы мне проголосовать? Ну, в принципе, прикольно. Адам голос. Киска очень-очень. Ролик. Подходит. Так, если что, вернусь. Ага. Не-не-не, я буду проголосовать. Давайте вот за это. Все, наши голоса. Еще 20 секунд осталось. Ждем. Где я? Где я? Где я? Вот. Где стоять кока-колу? Где я проголосовала? Я так понял. Я, кстати, даже в игре. Вот. Надо было меня в Роблоксе эту колу назвать. Нифига, мне сколько много дали. Сколько? Что много? Интересно, на этот раз я буду... Что-то тут, а вот. Я тут есть. Не, опять нету. Вот я, коала. Вот я, вот я, вот я. Угу, прости. Это моя все любимая. Угу, коала. 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 Что-то мне не рвется. Пока я не рыбаку, мне это не пишет. Так, идем на серьги. Лукава. Идемте. А, мне я хочу выполнить. Нам же еще же это не выполнено. Пойдемте выполнить. Телепортируемся в центр. Нажимаем просто телепортироваться пода. Тогда мы телепортируемся в центр. Давайте это после. Когда я последнюю катку. Ну, я часто не подходит. Так, я закончила. Я не знаю, что я буду. Я 16-17 минут примерно. 15-16-17 минут. Сейчас 4 и 15 минут. Короче, не важно. Вот это вот я открою на ролике. Буду
еще подарки открывать. Мне надо еще одну экстра подарок. Я в том случае не буду переводить. Ладно. Он издевается, он уже не хочет сюда. Поспит он и все. Ой, что такое? Либо 18 этот тролль будет вести на них, либо 16, либо 17. А скорее всего 18? Что так долго? Давай быстрее телевизор. Быстрее телепортируйся! Я не знаю, это... Короче, не важно. Спи. Спи, спи, моя... Спи, моя гадость, усни. Завтра проснешься в крови. Ручки на полке лежат. Зубки в кастрюльке сидят. О, проходите. Я считаю, у меня отличная сказка. Мама. Все заснут. Угу, все. Ты сейчас сама уснул. Мне только 20. Я спать хочу. Наверное, все уже спят, я не знаю. Но я нереально спать хочу. А, цирк не удалили еще? Правильно? Там сахарная вата. Угу. Так, ребят, кстати, когда... Я сниму обновление про Adopt Me, Матвей тоже снимет. Меня вылетело. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем. А, подождите, я еще скажу. Короче, я все-таки не завтра, вы уже сейчас хочу. Надеюсь, никто не спит. Ну ладно. Всем пока-пока.